Несколько важных постановлений подписал губернатор в ходе заседания правительства. Так, принято решение премировать одаренную молодежь, в частности, победителей и призеров заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников. Ежегодно порядка 20 участников представляют регион на данном интеллектуальном состязании. Треть возвращаются с победами. Правительство решило учредить премию для победителей – 20 тысяч рублей, для призеров – 15 тысяч рублей. Также правительство обещает в этом году обеспечить жильем всех ветеранов Великой Отечественной войны. Дополнительные средства получены от федерального бюджета.